Всем привет, с вами канал Тхагер Наутплей, и это Парагон. Вышло очередное обновление, тут вот нам показан скоро новый герой, покажет нам его через 2 дня, а выйдет он на следующей неделе во вторник. Также вышел новый образ. И также есть информация про новую карту, путь к монолиту средняя. Тут идет ознакомление о средней линии, там описание, есть скриншоты, фотки этой карты. На карте добавлена речка, якобы по которой можно будет быстро перемещаться. Ну, в общем, кому интересно, можете заглянуть, посмотреть. Так, что же еще тут нового? А, теперь в режиме, ну, когда играете в бою, появилась функция повтора. Когда вас убивают, там последние 3-5 секунд вашей жизни показывают, как вас, ну, как вас убили, показывают. Повтор такой идет. Интересно сделан. Так, образ. А, морозный Дэггит еще есть образ вот на. Вот так выглядит. Так, химера в шкуре Грукса. Я сначала даже подумал, что это новый образ на Грукса. Думаю, как это. А это нет, это химера вон. Просто шкуру Грукса на себя одела. Да и в принципе вроде все, больше ничего не добавляли такого. Ну там опять же какие-то исправления, улучшения. Так, в этом видео я хотел сегодня показать. А, эмот, давайте посмотрим эмот, может эмот что-то добавили. Нет. Ладно. В этом видео я хотел открыть 10 карт порядка. Ну, это случайная карта порядка. Вот они здесь в магазине есть. Сейчас покажу, где они, наборы карт. Вот. Карты порядка я взял 10 штук. Там случайная одна карта. Именно на порядок. 4,5 стоит. Я взял 10, потратил 45 тысяч репутации. Давайте же откроем, посмотрим. Мне нужна сияющая мантия карта. У меня единственная карта осталась не открытая на порядке. Это вот сияющая мантия, которая мне как раз и нужна. Давайте попробуем выбить ее. Так, пластина светлой стали. Обычная пассивная, дает физическую броню, шанс крита. И за полное улучшение физическую броню. Так, дальше. Так, золотая вуаль, энергетическая броня 22, 6% шанс крита. И за полное улучшение 22 энергетические брони. Это, конечно, хорошо, но не то. Все карты у меня уже есть. Чистая искра, восстановление маны дает 0,9. Так, ну давай. Камень нирваны. Пассивка, обычная пассивная. 3% шанс крита, 1,4 восстановления здоровья, 0,3 восстановления маны. Бонус за полное улучшение, 3% шанс крита. Критического удара. Так, божественный блок 66, физической брони дает. Не то. Чистый искра 0,10 маны. Опять не то. Ну где же ты? Божественный барьер. 66 энергетическая броня. Ну где ты? Где? Давай. Сияющую мантию, но. Идеальная искра 1,2. Не то. Сосуд ремонтника. Актив восстанавливает здоровье героя, увеличится на 7,5 на 15 секунд. А восстановление маны, находящийся рядом союзнику, на 3,8 единиц на 7 секунд. Приезжается на базе. Тоже не то. Давай, последнее. Сияющая мантия, но нет. Далее нам серебряные копья. Дает 6,5 физический урон, 1,4 восстановление здоровья, 75 маны. Тоже не то, это все не то. Получилось мне выбить сияющую мантию. Вот они у меня на порядок. Вот 39 из 40 собраны. Еще одной не хватает, и как раз которая мне нужна. Которую я так давно хочу выбить. Где ты? Вот она, сияющая мантия. Необычный пассивный дает 100 здоровья, 70 маны. Также уникальный пассивный наносит энергетический урон в количестве 15 плюс уровень игрока 1 в секунду. Всем врагам поблизости. Не работает при беге. Пассивный эффект не накапливается. Необычная пассивная. Ну она вроде и не редкая, а почему нихера не выбьет? Ну, в общем, не получилось нам выбить. Попробуем в следующий раз. Такое коротенькое видео будет на этом.
Я закончу. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.